Здравствуйте, дорогие мои! Смотрите, что я нашел. Ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля. Это Маркус Роткович, известный широкой публике как Марк Ротко. Одна из его самых ярких и больших работ с прекрасным провинансом вновь выходит на рынок в поисках нового владельца. Ожидаемая цена — 35 миллионов евро. Не пропустите!